have ways of blowing things up. Здорово, ребятушки! С вами Оладушки. У нас тут Катана Зиро. И мы прям нажимаем продолжить, потому что мы хотим продолжить. Капитаним не по-детски, да? Клуб с... Особняк. А... Ну, сту... А, да-да-да. Точно, это была киностудия. А особняк... А давайте только не заново. Но этого я убил, это я все сделал. Вот, вот сюда мы идем. Да, сюда, сюда как раз. Это у нас надо было в прошлый раз допройти. Я что-то думал, что это начало уже новой главы, а это самый-самый конец прошлой главы. Хорошо. Тут можно присесть. Тут можно музло включить. К сожалению, кто-то заказал 30 проигрышей The End of the Road подряд. Исполнитель джазовый оркестр второго района. 30 раз подряд. Фига себе, кто-то любитель такой музыки. Ладно. Итак. Похоже, день у вас остался так себе. Чего желаете? Синюю слизь. Яблотини со льдом. Вишневое пойло давай. Хочу вишневое пойло. Опа. Ну что ж, нам бы еще сраных полгода, мы бы этим глаза на жопу-то натянули бы. Данные унтерменши нифига драться не умеют, ни... сфигали, не победили. Че надо? Я сам служил. Тарик, ты только глянь, полумесяц доблести. Или Тарик. А, конечно, где ты его взял? В ломбарде на пятой? Молодежь пошла. В третьем районе живут только наркоманы и ветераны, а ты на армейца не тянешь. А он и наркоман, и ветеран, если что. Сколько их завалил? Меня ранили, я не помню. Ну ты сказочник, война 7 лет назад была, ты еще титьку сосал, пока вы в джунглях дохли. А, блин, кстати. Да я же говорю, мы победили, если мы бы победили, если бы не эти хиппи чертовы из первого. А, обнылись, нафига детишек убиваем? Да нафига унтеров? Крутил я всех дохлых этих уродов. Мы должны были победить. Ну да. А, вот это я понимаю. Давай угощу тебя, малой. О, спасибо. Блин, а, ладно. Нас так ненавидели. Я думал, нас как героев встретят. Думал, на год вперед. Угу. Да, это все эти... Сайкер или как их там, секретный правительственный отряд, их в пробирках выращивают, чтобы... Это случайно не про нас? Дед, тебе там территория заговора... А, дед тебе там теориями заговора мозг выносит? Ну, типа того. Не слушай ты этого пердуна, знаешь, про наркотик, который правительство создало? Не уверен. Короче, были такие... Типа отряды смертников, уберзольдаты, народ тысячами косили, могли в одно рыло деревню вырезать. Ох, это про нас. И вроде какой-то дурью накачивали, чтобы они могли будущее видеть, или типа мысли читать, или еще что. У меня кореш видел одного, сел в карты играть и все время выигрывал, будто знал, у кого какая рука. Про карты небось треплется. Блин, предсказал мус фигов. Ай, ладно. Завали, Рэй. Короче, это я все к тому, что там была какая-то мистика низкого сорта. И да, не драться нормальным солдатам, фиг знает. Может, мы и выиграли бы.
Знаешь, я за 7 лет ни с одним гражданским так и не говорил. Врешь ты плохо, но человек хороший. Ну чё, твое здоровье. Мне очень жаль, но мы уже закрываемся. Ваш счет уже оплачен. Пора идти. Это ты вишни так накидался, если чё? Так, к автомату меня уже не пускают. Ладно, на выход. На выход так на выход. О, девчуля. Блин, у меня всю палубу шатает. Вы чё, какая девчуля? Ох ты ж. Дверь. Внутри. Дверь. Папа. Ничего не понимаю. Беги домой, ладно? Извини. Помоги. Так, ну понятно, что девочка это ее глюк. Надо чайку попить. Дай чаю попить просто. О, блин. Осталось 3 дня. 3 дня, черт побери! Ух, да сейчас. Ломится в дверь к нам, но я больше ничего не могу вроде сделать, да? Дверь. Блин, это у меня плохое предчувствие. Открыть дверь? Нет. Ладно, да. Но я об этом пожалею. Хотя, ты на меня больше не злишься? С чего бы не злиться-то? Я, прости, я вчера вечером тебя помочь попросил, а ты даже слушать не стал. Я думал, ты на меня разозлился. Я был слегка не в себе. Папины друзья приходили, мне идти особо некуда, так что мы с бегемотом под лестницей спрятались. Ай, блин. Это, я вчера весь день не ел ничего. Сейчас сообразим что-нибудь, заходи. Серьезно? Давай поглядим, что есть. Хорошо. Так, ты дверь не хочешь прикрыть? Блин, я не хотел бы. Да, смотрим в холодильник, а где еще еду-то искать, по-твоему? Че это? Нашли протеиновую пасту. Ну как? Только такая, только паста есть. Фу, извини. Ну, голод не тетка. Мне надо будет уйти, но ты можешь здесь заночевать. Лучше переночу здесь, ничего не трогая, попозже. Да, вот это вот, давайте самую нормальную линию выберем. Хорошо, удачного тебе дня, чао. Знаете, вот это вот такие отклики с истории Леона, если что. Леон Киллер, я про фильм. Типа девочка... Типа убийца, у нее не все в порядке с семьей. Ну, короче, такие вещи. Ну, сел живо. Блин, чувак, сейчас живо меч у тебя в глазу окажется. Что у тебя тут? Блин, нечего пощупать, полапать. Ох уж эти ваши унтерменши, как их. Ладно, садимся. Для какого фига учудил вчера, а? Тебе что сказал Аль-Хасима убить или полгорода расфигарить? Нафиг. А теперь на федеральной трассе валяется 20 раздолбанных мотоциклов и зло-та-та-та вертолет. Ты чем вообще думал? У меня не было выбора, я сам не понимаю, что случилось. Имя Ви о чем-то говорит? Я буду задавать вопросы, урод. Ви? Что еще за Ви? Ну, буква такая есть. Латиница, что за фигню ты несешь вообще? Что ты... Вообще, деликатность нашей деятельности. Ты вообще в курсе, что наша миссия требует полной конфиденциальности? Ты что, решил пропиариться за чужой счет, потому что ты взял, блин, и повесил на свой гребаный лоб долбанную неоновую вывеску «Глядите, какой я!» Ну да, глядите. И наше начальство обратило на это внимание... Хрена выглядишь, братиш. Сидишь, небось, и думаешь, как бы поскорее уколоться. У тебя у самого видок так себе. А, ты про руки? Согласен. Полный звездец.
Ну да, я тоже фигово выгляжу, наверное. Говёный день. Но то, через что прошел я... даже близко не валялась тем, что ждет тебя. А ты не в курсе даже, да? Про ломку. Ты не настоящий, меня глючит. Господи, ты реально не в курсе, а? Тупой ублюдок. Все приплыли. Все, приплыли. Так все и закончится. Когда наркотики выветриваются, ты будешь организировать целую вечность. Ну, будет, наверное, казаться, что вечность. Это же наркотик, который влияет на время, да? Время остановится, и ты окажешься в ловушке собственной башки, и вокруг только твои худшие кошмары. Будешь умолять, чтобы тебя дали сдохнуть, но смерть не придет. Ты же соседи твои, те же соседи твоих взять. Для нас они мертвы, но помнишь, я их упорол? И у себя в голове они все еще живы, и их мучения никогда не закончатся. Ох, блин, тут наркота, кстати. Вечные муки, и никто никогда не услышит твоих воплей. Слушай, а давай я покажу, что... Я не успел прочитать. Блин, надо будет потом на монтаже пересмотреть, что там было на паузе. Папку не забудь по дороге, и давай, блин, без раздолбайства сегодня. Змей. Я бы даже счел это прозвище забавным, если не твоя безответственность не поставила бы под угрозу нашей жизни и всю проделанную нами работу. Я не змей. О, прости за то, что так быстро кидаюсь к выводам. Но, конечно, ты не имеешь решительно никакого отношения к резкому скачку убийств в третьем районе. Это все какой-то другой змей. Кое-кого я вправду не трогал. Я видел змея. Что? Когда? На шоссе после Аль-Хасима. Это... очень неожиданно. Кто он? Нечеловеческий быстрый мечник вроде как мстит за что-то. Высокий блондин с мечом. Один человек подходит под описание. Он тебе что-то сказал? Только то, что он змей. Я не буду ему сильно много рассказывать. Вот как. Замечательно. Очень хорошо. У меня были другие планы, но... Да. Я хочу, чтобы ты выследил этого человека и убил его. Нельзя позволить ему принести еще больше проблем. Он и правда змей? Змей он или нет, он угрожает общественному спокойствию и должен быть устранен. Ты идешь по очень тонкому лезвию бритвы. Провал недопустим. Если впредь твоя работа будет хотя бы чуточку не идеальной, мы тебя заменим. Пошел вон отсюда. Ну, насчет заменим. Чувак. Даже не суйся сюда. Ах. Это положенец у нас, конечно. Отвратительное. Так, открыть папку. На рост такой-то... змей? Угу. Цель особо опасная, связана с убийством нескольких высокопоставленных чиновников, последний раз замечена в казино в Чайна-тауне. То же самое, кстати, можно и про нас сказать. Особо опасная, связана с убийством высокопоставленных чиновников. Мы в казино? А чё за кнопочки? О, это странно на самом деле. Ну, пойдемте сначала. У меня 2000 есть. Я могу поиграть? Я могу выиграть! Эй, мужик, прикольный косплей. Это же Шинджу, да? У меня племянник, фанатеец с XVSX Sakura Redux 2. Спасибо. Хочешь сыграть? Да что за игра? Двухцветная рулетка, красная и черная, 50 на 50. Пятикратный выигрыш, что думаешь? Как оно работает? Блин, ну 50 на 50, выбираешь цвет и выкидываешь фишки. Блин, играть будешь? А разве правила обычно не сложнее?
Ты смотри, умник какой высказался, вопросы всякие спрашивает. Ну да, у нас в кристально честном игровом доме дядюшки Чена немножко другие правила. И что, дальше играть будешь или в носу ковыряться? Иду ва-банк, пофиг на вас. Давайте. Красное или черное? Да ну красное давайте, чего уж там. Принято. Кручу-верчу, запутать хочу. Черная! О, а ведь почти угадал. Возможно, не стоило сразу все ставить, а? Ну ничего, в другой раз повезет. Мужик, прикольный косплей, да-да-да. Сыграем. Ты-дыщ, красное или черное? Ну, черное. Принято, кручу-верчу. Черное! О-о, отлично идет, чувак. Отойти от стола. Увидимся, мужик. Надо сохранить. А, сохранение вот таким образом идет. Понятно. Так, все на красное. Победитель еще разок. Все на красное, да. Принято. Кручу-верчу. Ну, сейчас пусть красный-то выпадет. Да. Красное. О, леди Фортуна на твоей стороне. А, отойди в сторонку. Увидимся, мужик. Сохраните, пожалуйста. Все на черное. Принято. Кручу-верчу, запутать хочу. Красное. Почти угадал. Возможно, в другой раз повезет. Красное выпало, да? Ну, давайте красное. Мне интересно, сколько здесь можно выиграть максимум. А, это уже максимум, я понял. Красный игрок доверился седой ночи, и она отправила на доверие. Мои фишки уходят победителю, фишек больше нет. Вот, пожалуйста, фишек больше нет. А поговорить с тобой можно? Извини, мужик, ты меня без штанов оставил, больше я с тобой не играю. Ну все, понятно. Я не знаю, на что это повлияет, но... Минуточку! Возможно, это была проверка, что типа я возьму и все выиграю. Мне-то по факту деньги так себе. Ну ладно. Туда нельзя, пока у тебя не будет 100 кэшов фишками. Ну, на пока... А, это нужно было для прохода, я понял, ладно. Вообще тут только 999, но не зря же ты меня называешь толерантным, лень. Не проходи, блин, одной монетки не хватает, серьезно. Но откуда русский узнал про нуль? Какой русский, вы о чем вообще? Русский идиот, но вот его работодатель нет. И он изо всех сил пытается вернуть Хронос. Поэтому и я здесь. Я и здесь. Я так близко, я это чувствую, но мне нужна твоя помощь. Теперь мы сможем отомстить. Война уже 7 лет как закончилась. Я слишком устал, чтобы кому-то мстить. Теперь, когда Аль-Хасим мертв, Хронос, у меня мало времени. За то, что они отобрали наши жизни, превратили нас в чудовищ, заставили нас сражаться на их войне и выкинули нас, когда мы стали не нужны. Но я, кажется, понял, к чему это все идет. У нас мало времени, но я так близко. Я хочу кое-что тебе показать. Уходи, я разберусь. Чуваки, я не драться пришел. Хорошо. Нет, кем бы ты ни был, зря ты сюда пришел. Понятненько. Извини, пожалуйста. Надо было там на столе посмотреть. Вот это сейчас такое, это, аниме было. О, фига,
ты же мертв. Ну, он-то у него тоже, он тоже под Хроносом. Это еще не конец. А, я же говорил, что надо было на столе пошарить. У меня было такое ощущение. Добыта запись тюремной... Штендер... Сдавайся, ты окружен. Извините, ребят. Кстати, насчет окружен, разве это не означает, что с двух сторон, не? Ох. Узло, узло. Чайнатаун, Билл Кайли. Блин, кстати, прошло 20 минут записи. Ну, у нас только уровень начался. Ох ты ж, ёшкин ты матрёшкин. Блин, а с этим чуваком по-другому... Минутку. А как я его в прошлый раз убил? Ладно. Да вы чё? Да, блин. Да ну ёлки, а я думал, уклонение помогает. Ладно, минус. Минус, извини, чувак. А, он с дробаша фигарит. Так, ребята с дробашом опаснее, чем ребята с этим. Короче, щитовики меня будут бесить, это я уже сейчас вижу. Извини. О, надо было шифтовать сразу. Это было отвратительно. Его самого, короче, этот щит не берет. Черт. Минус. Мне надо было через верх, наверное, пробираться, я уж не знаю. Я мог там вообще через верх пробраться или нет? А, там вторая дверь. Серьезно. То есть это двери, по которым они могут ходить. Я понял. Да, хорош. Да. Что за замкнутый круг, блин? Минус. Минус. Хорошо, с этими договорились. Во что бутылка врезалась? Это что сейчас было? Я рассчитывал, что я этой бутылкой чувака отфигарю. Минус. Фух. Я это вообще сейчас случайно все сделал. Минус. Ой, блин, они наверх стреляют. Черт, я их почти... Их можно выманить, да? Так будет проще получается. Да, хорош. Да ну блин, они стреляют. Фишка в том, что...
Да, круто. Я не могу перепрыгнуть. Я не могу через него перепрыгнуть, он меня моментально сбивает. А, кстати, наверное, когда он стреляет, можно его, можно в него бутылкой фигануть. Минус, хорошо. До свидания. Так, бутылка у меня есть. Ух, это было сейчас жестенько. Сам не знаю, как это сделал. Нельзя продувать, нельзя продувать. Вы чё? А куда мне теперь? А, наверх вижу. Я забываю постоянно, что у них есть двери, через которые они проходят. Так, тут теперь по веревке, да? А зачем? А, все. Ух. Ну, так, напряженненько немножко. Что за дрон так его за ногу? Ну, понятно, что он стреляет, блин. До свидания. Ай, блин. Карл. Там надо сразу с переката врываться. Дрона, наверное... Да, дрона, наверное, лучше сбивать со слоумо, потому что просто так на ловкости от него... Да, запрыгни. Не поперекатываешься сильно. Отлично, это сработает. До свидания, чувак. О! Это было плохое решение. Надо было... Да ну, ёппер СТ! Ага. Как у меня тогда это в прошлый раз получилось, что я дрона-то фиганул в ту сторону? Это было единственное удачное решение. Дрона нужно направить именно туда. Ну понятно, блин. Ну он в воздухе, к сожалению, практически не управляем. А, кстати, буквочка R можно просто рестарт делать быстрый. Спасибо. Это будет сложно. Да, я уже думаю, как дрон убить. Вот этот чувак, реально. Очень, очень не очень. Так, тут я нигде забраться не могу-то, да? Да, просто прилетел, дрон меня убил. Ну, нормально, да? Я взорвался от того, что дрон меня... Ой, блин. Нет, ну это же нереально, ребят, ну вы чё? А! Бесит. Как минимум три раза он меня уже поймал на том, что я начинаю уровень и попадаюсь на этом. Да ну shift же ж! Я нажал shift, ну чё вы делаете?
Неплохо меня так закинуло. Что так сложно-то? А, дымовуху-то можно было взять. Как наверх-то попасть? А, вот так. Почему я не могу нормально лестницей пользоваться, как обычные, блин, люди? Отсюда. Фух, это сложно. Если что, это... там огромная часть рандома. Там, а там нету двери, я тебя понял. Так, там есть коктейльчик, да? Тут есть коктейльчик, тут есть дядька. И тебя нафиг. Коктейльчик я, наверное, заберу, что ли. Я не знаю, для чего он мне понадобится. Да ты... Да, ты офигел, блин, читер долбанный. Офигеть, вы... А ну кого ты стреляешь-то? До этого бегал за мной. А-а-а, бесит. Вот это ротман. Стрелок гребаный. Иди отсюда. Свидание. Реально бесит. Нафиг иди. Ты нафиг иди. Еще сверху прибегут, нет? А, нет, это все, это были последние. Коктейль зря берег. Я думал, что нужно будет. О! Бутылочка. Да вы издеваетесь нафиг! А, что так можно? Я могу этаж менять таким образом. Да ты серьезно? Подойди поближе. Не уж чтобы ты к двери подошел. Минус 2. Минус 3. Ну да, он же не остается-то на одном месте. В общем, идти. Да, запрыгни ты. Идти через низ не вариант вообще. Вот это сейчас было красиво просто. Можно было бутылкой сбить этот спутник. Ну, не спутник, фигню эту.
Я до сих пор только привыкаю к этим механикам. Черт. Я просто нафигачил бутылку. Ни за что. Угу. Проблема в том, что их слишком много. О, там спутники! Черт! Вот я их не увидел просто. Ха-ха-ха! Минус два. А, нет! Я понял теперь, зачем там бутылка. Зайди. Вы меня тут не видите? Нет! Эта пуля была... Эта пуля была лишней. Как это было неудачно-то, максимально неудачно. Все. Бутылка нужна тут исключительно для этого чувака. Блин, чувак с дробашом. Да чтоб тебя! Как они меня на вылете-то с... Ладно. Да не видишь ты меня, не видишь, чувак, успокойся. Да, но это же вообще нереально, то есть... Четверо. Ну я же в увороте был. Ну вы что делаете? Сказано, в увороте человек бессмертен. Ну это за гранью добра и зла. Вы что? Все, ладно, одного мы сняли. Осталось четверо. Четверо это дофига. Четверо это реально дофига. И что я с ними делать-то буду? Да ну блин! Я нажимаю на shift раньше. Понимаешь? Раньше, Карл. Минус. Я стал торопиться. Это не очень хорошо. Да ну запрыгнешь ты с первого раза или нет? Ну блин, Карл. Место отвратительное. Да ну... О, офигеть! То есть он разворачивается, и стреляет, все это происходит меньше, чем за секунду. Смотрите, это нереально.
Вот этот сейчас под вопросами. Он тут и останется стоять, да? Нет! Блин, я же видел, что в меня две пули летят. Еще и бутылкой промазал, ну вообще хорошо. Блин, я не могу это тупо пройти, офигеть, нормально, да? Ну, конечно же! Повернись! Да ну это же бред! Пуля летела в автобус, это, блин, байт, чистой воды байт. То есть, у меня, по сути, есть практически, там, полтора удара, да? За то время, пока... Это байт. Это попадание. Минус два, хорошо. Минус три. Все, копим. Стоп, стоп, стоп. Я слишком хорошо сейчас иду. Так, этих уродов двое осталось. Один. Стоп, 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 сейчас нельзя провалиться. Офигеть, это было сложно, блин, черт побери. Вот это подстава сейчас тоже была, если что. Да ну вы... Так, щитовик отсюда вылазит, если что. Дрон! Я понял, для чего бутылка. Да ну, блин, это невозможно. Это невозможно, там дробаш вылазит, вы чё? Вообще на рандоме все это прошел сейчас. А, это еще не все, его серьезно? Да ну нет же! Надо дроба... Ну блин, это тачка с... Да ну блин, это вообще же звездец. Я не успеваю. Дробаш меня убивает. Короче, моя основная проблема — это дробаш.
Может, наверх драпнуть? Да ну прыгнешь ты! Вот серьезно, раздражает. Обычный нормальный прыжок. Ну, по-моему, сверху это сейчас... Надо вверх и задымить. Да ну... Серьезно? Кинь банку ты, чтоб тебя... Ну... Я просто промолчу. Это невозможно. Какого фига? Я уже его разрубил. Как ты меня убил-то, Карл? Так. Так. Соберись, все. Что ж так сложно-то? Вы издеваетесь? Мне просто нервы сейчас вот так ходуном ходят. Вы чё? Выпустите меня, ребят! Да, с этим я уже драться не буду. Я окружу на колени, руки так, чтобы я их видел. Через забор, чувак, через забор. Сейчас же, но! Блин, эта серия чертовски длинная выйдет. Луна золотая землю озарила улыбкою своей. Пришла пора багряного крещения. Ого. Какого фига? А ну назад! Провозгласим звезды твой, провозгласили звезды твой конец. Так выжми сердце своего сок жизни. Ты на их святой алтарь. Ты о чем? Ужель не слышал ты пророчество, мой друг? Не делай не далее, чем ночи три назад его я передал. Так выбери серебряную смерть или золотую жизнь. Ответа ожидает сей алтарь, коль зла ты выберешь, спрячь в ножны меч, затем переродись. Коль ближе серебро, смелее кровью обогри. Смелее его ты кровью обогри, да. Жизнь или смерть? Вот так выбор выборится, а? Не хотел бы очутиться на твоем месте. Я не могу умереть. От этой смерти не сбежать тебе, мой славный друг. Все реальнее некуда. Твой Хронос почти выветрился, так что если ты решишь сдохнуть, ты сдохнешь по-настоящему. Зато остальные будут жить. Взять хотя бы этих дурных копов. Или, например, твою маленькую подружку. Но зачем мне выбирать смерть? Ой, ну я даже не знаю, может, потому что ты хочешь? Второго шанса может и не быть, ведь после твоей смерти время обычно откатывается обратно. Кстати, да, он же сказал, что соседи, мы их убили, но в своих головах они так и остались жить вечно. Блин, может, потому что ты делаешь выбор не только за себя, может, ты делаешь его за кого-то еще? Всякое ведь бывает. Почему так? Потому что так велят звезды. Или, может, не надо было влезать во всю эту свистопляску с барыгами. Или, может, не надо было столько человек убивать. Или, может, нам просто офигеть, как скучно. Мне например, сейчас звездец как весело.
А, ну так чего? Хочешь жить или умереть? Ты о чем? Да блин, понятно же о чем. Это дурной вопрос был сейчас. Помнишь, мы на днях обсуждали какой-то там важный выбор Тоси-боси? А вот и он, жизнь или смерть, выбирай. Выбери жизнь, и эти чувачки умрут, а ты пойдешь домой, выбери смерть, и как бы, ну ты понял. Я пойду домой, там будет мертвая девочка, блин. Ты выберешь не только за себя, ведь смерти маску надеваешь, жнецом становишься. О, и наоборот, тот, кто в маске жизни, жизнь близким сердцу сможет сохранить. Я готов выбрать. Ну я жизнь выберу, наверное. Так что же выберешь... так что же выберет метущееся сердце? Я хочу жить. Я думаю, что как бы весь намек идет на это, да? Хотя вот мне не дает покоя то, что если он останется... Так хочешь ты? Конец отринут. В серебряную маску смерти облачась. Конец отринуть в серебряную маску? В смысле? Нет! Готов ли ты к последствиям, мой друг? Кто смертью стал, ее же принесет. Я понял. Нет. Так что же выберет метущееся сердце? Получается, я неправильно понял, что если я выживу, я их убью всех, и вокруг меня все умрут. Но таким образом, если я скажу, хочу умереть, я обрету покой. Мне кажется, вот это правильное. Так хочешь ты принять конец, надев золотую маску жизни? Золотую маску жизни, да! Готов ли ты за близких умереть? А у меня нету близких, это скорее всего выбор для того, чтобы упокоить мое сознание, чтобы не застрять навеки в этом адском лупе внутри своего мозга. Я думаю, это для этого. Если бы сейчас наркотик почти выветрился, тогда, надеюсь, в смерти обретет покой метущееся сердце. Огонь! Катана Зиру. Ага. Интересно, а что было бы, если бы выбрать жизнь? Вот, ну как бы мне дали достаточно намеков для того, чтобы понять, что будет, если меня убьют под наркотой. Вот, и судя по всему, что на данный момент лучшим решением была именно смерть. Хотя мне, честно говоря, интересно, что значила бы жизнь. Жизнь значила бы, скорее всего, что я убью всех этих копов. Приду домой, девочка-то у нас дома, кстати, осталась. Возможно, он придет домой и как-то не в себе или под воздействием чего-то и зарубит девочку. Я не спросил, при чем тут девочка, но у меня есть некие догадки. Я на самом деле не ожидал, что это будет последняя серия, что это будет последняя... Кстати, возможно, если выбрать другой вариант, другую концовку, то игра будет чуть-чуть длиннее. Я не знаю, короче, как это все будет, и я не знаю, с какой стороны мне дадут загрузиться. Если мне нужно будет проходить уровень целиком, то... было бы не очень приятно. Если дадут посмотреть вторую концовку... Давайте пропускаем. Использую функцию в сохранении, выключайте игру, да-да-да, видите значок. Содержит специфичные визуальные эффекты. На самом деле, игрушка короче. Ну, я ожидал, что она будет там не такой длинной, но там 10 дней нам же говорили, все дела. А если продолжить, это с какой минуты мы начнем? Или это будет загрузка главы? С предыдущего уровня, если откажетесь, прогресс будет утрачен, да. Да, я могу здесь посмотреть вторую концовку. Давайте мы это обязательно сделаем сейчас. Давайте мы это... Раз у нас серия сегодня просто огромная, но это финальная серия, раз она затягивается, давайте мы посмотрим... так, а ну назад. Ты о чем? Уже ли не слышал ты? Да-да-да, это все мы читали с вами только что буквально. Ожидаешь ответа. Коль ближе серебро. Угу. Так, хорошо. Я должен умереть здесь. Давайте выберем другой вариант. Потому что так велят звезды. Или, может, не надо было. Да-да-да. Да, это то же самое, что они говорят. Мне, например, сейчас весело.
Ну так чего? Жители умереть. Ты о чем? Выбор. Выбери жизнь. Чуваки умрут. Смерти маску надевая, становишься жнецом. Понятно. Я готов выбрать. Так что же выберет душа? Я хочу жить. Наконец отринуть серебряную маску смерти, облачаясь. Да. Готов ли ты к последствиям, мой друг? Кто смертью стал, ее же принесет. Да, готов. Это у нас как бы вторая концовка. Это будет весело. Да, будет так. Ты выбрал серебро и тем отбросил мир спокойной смерти. Но, зная, решение твое упадет на остальных. Прощай, метущееся сердце. Ну да, они просто все сдохли. Каким-то образом. Не знаю как. Ты даже не представляешь, сколько ниточек мне пришлось потянуть, сколько телефонов мне пришлось оборвать, чтобы СМИ не пронюхали про твою выходку. Отряд специального назначения мертвый. Ради чего? Просто, блин, так. Я отказываюсь терпеть твои постоянные правила и неконтролируемое поведение. Тебя ждут очень серьезные последствия. Привет, с возвращением. Мне было адово скучно. Смотрю, ты... Блин, дома офигеть как чисто. А, меня напряг срач, так что вот так. Можешь не благодарить. А это что? Это кинчик? Я тоже смотреть хочу. Непонятная кассета, нашел сегодня. А, может тогда пойдем купим кинчик, а? Ну давай. Ура! Все, пошли. О, здорово. Тут это, довоенные самурайские фильмы пришли, ты заказывал, сейчас вынесу. Слушай, давай мультик возьмем. Я уже кино заказал. Ну блин, ну в следующий раз точно, ладно? 32 кредита. Увидимся еще. Тут тебе больше нечего делать. Я думал, что он придет домой под глюками и зарубит девочку, но, видимо, я ошибался. Я вернулся за алой катаной. Отдай ее или отведи мои... Отведай мои стали. А, я знал, что этот день наступит. Ну же, брат, покажи, на что ты способен. А, у него кровь, злой дядька его мечом проткнул. У, кинчик страшный. Это все не взаправду. Да я знаю, что это понарошку, все равно страшно. Это... А ты тоже самурай, как в фильме? Сложно сказать. Да ладно. Ты одеваешься как самурай, а еще у тебя есть пафосный меч, зуб даю, ты самурай. Я сокрушу тебя, пусть для этого мне и придется умереть. А, голова покатилась. Лорд Авасе, я Рейши, явился спасти леди Исин. Пробил твой час. Сын мой, я вижу, ты все так же глуп, ведь это твой час пробил. Она просто на подушке в углу уснула, серьезно? Блин, а я был прав насчет того, что игра продолжается. А, это она, мы подождали, пока она уснет, чтобы посмотреть кассетку с этим, да? Вы слышали, кстати, говорят, один зэк завтра свидетелем выступит. Да, там что-то про заговоры, хунту, такое, да? Вроде как дело-то серьезное, может надо удвоить патрулирование? Да ладно, что может пойти не так? Ну в самом-то деле. Сдавайся, ты окружен.
А мне дали поиграть за другого чувака? Офигенчик. Ребята, это не последняя серия. Погодите. Давайте тогда... Все-все-все. Это уже уходит дальше моего понимания. Все, ребят. Я думал, что это финальная серия. Нифига она не финальная. Давайте тогда на этом пока закончим. Встретимся в следующей серии. Спасибо, что были с нами. Всем удачи, добра, бобра. Всем оладушек. Всем покеда.